За 60 лет работы у них накопилось немало наград и побед на различных конкурсах. В Бурятии отметили юбилей музыкально-гуманитарного лицея. На праздник съехались все его звездные выпускники, а удивляли их нынешние ученики. Как изменилась школа за это время, расскажем далее. За эти 60 лет, надо сказать, что наша школа не стоит на месте, она динамично развивается. Совсем недавно, после капитального ремонта, распахнул свои двери шикарный, великолепный концертный зал. Сейчас идет полномасштабная реконструкция второго корпуса музыкально-гуманитарного лицея. Это единственное в республике, где существует такой симбиоз, причем великолепный. То есть ребенок учится не только в общеобразовательной школе, но еще вот мой ребенок учится в художественной школе. Хорошие учителя, атмосфера сама очень душевная, хорошая. Все как родные в этой школе, это одна большая семья. Семья и школа всегда едины, и у нас настолько все переплетено в наших семьях, что мы целиком, в общем-то, все новшества, которые происходят в лицее, и все праздники, все мероприятия, это в любом случае проходит красной нитью по нашей семье. Мы считаем, что путь педагога, он просматривается только через результаты наших детей. А результаты у нас хорошие. Сегодня концертные коллективы, я не побоюсь этого слова сказать, они выступают на самом высоком уровне. Какие у нас цели? Только вперед. Только планку мы будем поднимать выше и выше. Сегодня век креативных, творческих, интеллектуально развитых детей.